Ульяновская область признана лучшей в Приволжском федеральном округе по организации отдыха и оздоровлению детей. С этого начали профильный форум. Летняя кампания побила рекорд прошлого года. Она коснулась 50 тысяч ребятишек. Для них разработали тематические программы смен – духовно-нравственные, социокультурные. Содержание каждой из них отметили на федеральном уровне. Мы ежегодно проводим региональный этап всероссийского конкурса «Лучшая программа организации отдыха детей и оздоровления». И в этом году в региональном этапе приняли участие 102 программы. Это очень хорошая цифра. 16 были направлены на всероссийский этап. Отдельно отметили патриотическую программу. К слову, она взята за основу организации досуга в детском лагере «Юнармеец». Площадку открыли в этом году. В каждую смен ребята оттачивают навыки военно-прикладных и тематических видов спорта. У нас идет упор на патриотическое воспитание, приобщение детей к, скажем так, военной службе, к знанию своего отечества, государства, ну и, конечно, дисциплина. По информации профильного министерства, в этом году работало 532 организации отдыха и оздоровления для детей, включая загородные и школьные лагеря. Родители сами выбирали путевки. Почти 50% затрат могли вернуть по областной программе. По словам экспертов, такая система образцовая для других регионов. Я точно могу сказать, что система отдыха и оздоровления в Ульяновской области на сегодняшний день является наиболее открытой, наиболее демократичной для родителей. За всю проделанную работу лучшие областные специалисты получили благодарственные письма от профильного министерства. Александра Никитина и Герман Баранов. Управда ТВ.